Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе будем делать с вами вот такой вот классический бантик в школу. Делать этот бантик очень легко и быстро. Для работы нам потребуется репсовая лента шириной 4 сантиметра. Репсовая лента шириной 0,6 сантиметра. Резиночка диаметром 4 сантиметра. И вот такая вот красивая серединка. Берем 2 отрезка репсовой ленты размером 4 на 18 сантиметров и 4 на 20 сантиметров. Будем шить простой классический бантик в 2 слоя. Отмечаем серединку, обрабатываем края. Ленту длиною 18 сантиметров будем прикладывать сверху. Лента длиной 20 сантиметров будет у нас находиться снизу. Далее берем репсовую ленту шириной 4 сантиметра, длиной 22 сантиметра и 20 сантиметров. Уже шьем отдельные 2 бантика, отмечаем серединку и обрабатываем края. Берем бантик размером 22 сантиметра, который мы шили. Будем склеивать с белой частью бантика. Далее у нас остался бантик размером 20 сантиметров. Мы его приклеим с нижней стороны нашего бантика. Далее берем репсовую ленту размером 0,6 на 50 сантиметров, отмечаем середину. Далее от середины нам нужно будет отмерить 8 сантиметров с этой стороны, с правой и с левой стороны. Отмеряем. Прикладываем отметки 8 сантиметров друг к другу, подводим серединку, прошиваем иголочкой. Далее нам потребуется 2 отрезка 0,6 на 25 сантиметров. Нам нужно будет отмерить от края ленты 8 сантиметров. Наносим клей. Доводим краешек до отметки 8 сантиметров. Делаем вот такие вот петельки. Клеим сверху именно ленты 0,6 сантиметров.
Вот и все, бантик готов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!